Чем ближе дата подписания договора о Евразийском экономическом союзе, тем жарче ситуация в Казахстане. Что греха таить, скорому слиянию независимого государства с Россией и Белоруссией здесь рады отнюдь не все. А поскольку Казахстан в глазах мировой общественности позиционирует себя не иначе, как демократическая держава, то свобода слова и собраний тут должны наличествовать. Но на деле все не так. Высказывание иное от официальных властей позиции здесь сродни смертному греху. 27 мая более 20 участников антиевразийского форума, проходившего в юрте вблизи с поселком Илинка, оказались в лапах полиции Астаны. Вместе с ними в кутузку загремели журналисты, решившие осветить события. Среди них оказался наш коллега Санат Урналиев и корреспондент радио «Затык» Аркенджи Эмерген. То, что произошло, показывает на существование четкой установки в Акорде на запрет любого оппонирования идеи евразийского союза. Активисты, выступающие против этого союза, были арестованы, задержаны вернее. И это свидетельствует о том, что в день, когда будет подписание, также ожидается волна репрессий против тех, кто будет протестовать. Договор о Евразийском экономическом союзе должен быть подписан 29 мая в Астане. Задержанным активистам и журналистам суд оперативно влепил арест на срок от 3 до 4 суток. Казахстанская Фемида, как всегда, заняла обыденную, продажную позицию, выполняя распоряжение из Акорды. А стало быть, помешать интеграции своими акциями несогласные не смогут. Что ж, руководство Казахстана в очередной раз показало свое наплевательское отношение к народу, которому важна независимость родного государства.